Вітаю, ефір телеканалу «Віта». Продовжує програма «На часі». За 25 днів українці обиратимуть новий парламент. Як проходитимуть вибори, як не допустити, аби ваш голос було втрачено, говоримо сьогодні із нашим гостем. Це голова обласного осередку Комітету виборців України Владислав Телень. Вітаю вас, пане Владиславе. Добрий день. Отже, 26 жовтня усі свідомі громадяни прийдуть на виборчі дільниці, аби здійснити своє волевиявлення. І як показує практика, щоразу на виборах бувають ситуації, коли людина приходить і не знаходить себе у списках, або ж дані внесені невірно. Що робити, аби убезпечити себе від таких сюрпризів, власне, вже в день виборів, коли змінити нічого неможливо? Що стосується списків избирателей, я думаю, что идеальные списки избирателей достичь не удастся никогда, какие-то погрешности будут, но с помощью неравнодушных избирателей погрешность можно уменьшить практически до нуля. Поэтому каждый человек, особенно те, которые меняли место жительства или место прописки между 25 мая или планируют поменять до 26 октября, желательно, чтобы они проверили себя в списках для голосования. Это можно будет сделать после 12 октября на избирательных участках, после формирования участковых избирательной комиссии предварительные списки будут размещены на каждом избирательном участке. Это можно сделать там. Можно сделать через сайт Центральной избирательной комиссии. Там вверху есть окошечко, называется «Личный кабинет избирателя». Можно проверить через систему электронную. И можно, если уж вообще человек недоверчивый, или у него есть сомнения, есть он в списке или нет, можно взять паспорт и прийти в соответствующий отдел ведения реестра избирателей. В городе Винница такое дело размещается по адресу: улица 50 лет Победы, дом 7. Это административное помещение Винницкой Минской Рады. Это Замостянский офис, Прозорый офис. И на третьем этаже он встретит радушный прием, хорошее отношение сотрудников реестра избирателей и сможет свою проблему решить за несколько минут. Это если сейчас. Я бы советовал потенциальным избирателям, тем, кто хочет принимать участие в выборах, голосовать и точно уверен, что он пойдет, сделать это сейчас не откладывая, поскольку в последний день там могут быть тысячи людей, которые хотят защитить свой голос и попасть в списки на выборах. На президентских выборах реестр избирателей работал до 2 или до 3 часов ночи, пытаясь, скажем, всех, кто оставил это дело на последний день, удовлетворить и решить их проблему. Я специально не говорю, когда последний день у нас можно проверить себя в предварительном списке. Почему? Потому что нашим людям присуще оставлять все на последний день. Поэтому пусть они считают, что последний день – это завтра, это послезавтра, это через 3 дня, и не откладывая, отправляются на избирательные участки, но это можно сделать будет позднее, или обращаются в реестр избирателей и решают свою проблему. Опять же, я не даю номеров телефона, хотя их знаю, по той причине, что для подтверждения своего права на место в списке нужно будет обязательно представить документ. Поэтому проще всего не тратить время на звонки, взяти документи і піти в реєстр збирателів. Якщо людина в день виборів буде в іншому місті, наприклад, людина від'їжджає у відрядження, раніше були відкріпні талони, і людина могла проголосувати в іншому місті без проблем. На сьогодні якийсь механізм передбачено? Так, закон дає право проголосувати і таким людям. Спеціальна процедура, встановлена постановлением Центральної збирательної комісії, це зміна місця голосування без зміни избирательного адресу. То есть, если вы четко знаете, что 26 октября вы будете в другой точке Украины, в другом городе, в другом населенном пункте или за пределами даже Украины, за рубежом, где есть посольство Украины, вы всегда сможете проголосовать. Для этого вам нужно взять, опять же, паспорт и документ, который подтверждает ваш факт отсутствия в городе Винницы. Это могут быть командировочное удостоверение, это может быть санаторная путевка, это может быть билеты на самолет, это может быть туристическая путевка. Вы берете соответствующие документы, обращаетесь в реестр избирателей, и вам такое право предоставляют по специальной процедуре. Вы пишете заявление, и вас переносят на избирательный участок, который будет ближайший к тому месту, где вы будете находиться 26 октября. А за який час заздалегідь людина має... Это нужно сделать не позднее, чем за 5 дней до выборов. А если людина позднее узнает, что... К сожалению, такая процедура не предусмотрена. Потому что этот человек может попасть только в уточненный список. Никакие другие варианты ему уже не помогут. Поэтому не позднее, чем за 5 дней до выборов, ему нужно обратиться с заявлением в соответствующий отдел ведения реестра избирателей. Это можно сделать как по месту жительства Винницы, а если такой человек уже находится в командировке
он может обратиться и в отдел реестра выборцев, который работает в том населенном пункте, в котором он будет. То есть это можно сделать двумя путями, как дома, так и в том месте, где он сейчас находится. А, на жаль, з останніми подіями в країні у нас з'явилася така категорія людей, як переселенці з Криму та зі Сходу. Вони зможуть проголосувати? І взагалі, яким чином їхні прізвища з'являються у списках виборців? Точно так же змінює адрес без змінення місця прописки. Ну, якщо з жителями Криму все понятно, вони предоставляють просто паспорт і отримують можливість проголосувати, то с жителями Донбасса, то есть Луганской и Донецкой области, чуть сложнее. Им для этого нужно зарегистрироваться в местном органе социальной защиты, получить справку и вместе с паспортом предоставить эту справку в местный отдел ведения реестра избирателей и точно так же его включат в ближайший список к месту, где он постоянно живет или находится. То есть, в принципе, эта процедура прописана. Что касается наших военных, которые тоже находятся в зоне АТО, то есть процедура создания специальных избирательных участков. По инициативе командира части можно создать такой участок для голосования солдат за тем местом, по тому месту, в котором они сейчас находятся. Такая процедура законом предусмотрена, и, в принципе, такие участки уже на президентских выборах создавались. А якщо люди, наприклад, не виїжджали з східних областей, залишились у Криму, але вони є громадянами України, вони хочуть проголосувати, для них якось передбачено? Ну, на території Криму проголосовать точно не удастся. Эти люди могут выехать на территорию Херсонской области, но для этого там или ближайшей области к ним, но для этого им придется все равно два раза ехать. Я не думаю, что это рационально, поскольку и один раз выехать это и дорого, и, скажем, в те дни, когда предваряют выборы в Украине, правительство соседнего государства начинает чинить препятствия для выезда жителей Крыма за пределы Крыма. А что касается, скажем, Донецка и Луганска, то в каких-то частях Донецкой и Луганской области можно будет проголосовать и по месту жительства несколько десятков округов будет работать в Донецкой и Луганской области. Единственное, что они в целях безопасности могут сменить место постоянной дислокации на более спокойные населенные пункты. Но там выборы будут. По части Донецкой и Луганской области выборы будут проведены без всяких ограничений. А взагалі, яка явка виборців очікується? Пам'ятається, ось на президентських виборах стояли черги на дільницях, люди масово йшли голосувати. Ну, насправді, ми не очікуємо менше, ніж 60% населення. Ну, звісно, буде трохи менше, в общем, поскольку ну, Крим не голосує часть Донецької, Луганської області, це були достатньо активні збиратели, не завжди ходили на вибори. Тому буде трохи менше, але менше, ніж 60%, все-таки вибори достатньо судьбоносные и достаточно конкурентные. Я думаю, что каждый потенциальный избиратель может выбрать в том перечне из 27 партий, за какой партийный список проголосовать. Ну, я думаю, что округ, где меньше там 8-10 кандидатов, тоже такого нет. Поэтому есть еще выбрать на вкус, цвет, на все, что хотите. От, власне, ми і торкнулися цієї теми. Ці вибори, як і минулі парламентські у 2012-му, відбуватимуться за змішаною системою, тобто 50 на 50, політичні сили та мажоритарні округи. І у ЦВК зареєструвалось більше 3000 мажоритарників. З чим це пов'язано? Ну, на самом деле, 2012 год, по-моему, ми не превзошли, тоді було зареєстровано, по-моєму, більше 4000. Поэтому говорить о том, что у нас максимальное количество мажоритарников, ну, я бы не стал. А что касается системы выборов, да, она не сменилась, к сожалению, из-за сопротивления старого состава парламента не удалось перейти на новую систему выборов для Украины. Это партийные списки открытые. Ну, я надеюсь, что этот парламент уже проголосует, и следующий выбор в парламент, когда бы они ни были, будут проходить по новой избирательной системе. И этого раза мы выбираем меньшую количество депутатов до парламента? Ну, на самом деле, мы бы должны были избирать 450 депутатов, но ведь мы с вами реалисты и понимаем, что у нас не будет представителей Крыма, и у нас не будет представителей, именно что касается мажоритарщиков, и у нас не будет какого-то количества донецких и луганских депутатов. Называются разные цифры. Сейчас, конечно, гадать на кофейной гуще, сколько кругов будет работать в Донецкой и Луганской области. Но по предварительным данным, там, мы вместо 450 должны были избрать 438 или 437. Где-то примерно от такой цифры будем отталкиваться. Вчора на прес-конференції в міліції було озвучено інформацію, що на сьогодні, на вчора, на 1 жовтня, вже було зафіксовано 3 випадки порушення передвиборчої агітації на Вінниччині. Що це за випадки і в чому, власне, порушення? Ну, я не готовий прокоментувати ці 3 випадки, оскільки не знаю, що вони конкретно, о чому вони говорили. Ну, один я бачу, коли йду на роботу, повреждений избирательний
бигборд одного из кандидатов, одной из политических сил с запачканной краской. Это тоже нарушение избирательной агитации предвыборной. Поэтому, возможно, этот случай попал в статистику тоже. Я хочу сказать, что, в принципе, сейчас практически все наши активисты Комитета избирателей Украины работают в поле. Мы проводим тренинги в рамках совместного проекта Центральной избирательной комиссии и Международной фундации общих систем IFES. Проводим тренинги для всех членов окружной комиссии. Потом мы будем работать для членов дельничной комиссии, проводить участковой избирательной комиссии, проводим тренинги. И точно так же у нас запланированы тренинги для сотрудников милиции при поддержке посольства Нидерландов. Мы будем, как и в прошлые выборы 2014 года президентские, будем проводить для сотрудников правоохранительных органов такие же тренинги, такое же обучение, чтобы они знали, что им делать и как им делать, и какие вообще к ним требования предъявляют закон про выборы народных депутатов Украины. Что входит в их функции, что не входит, какие у них права и обязанности в соответствии с этим законом. И более того, в этот раз за инициативой Комитета избирателей Украины и при поддержке Министерства внутренних дел для сотрудников, линейных сотрудников милиции будет разработана памятка небольшого размера, где будут описаны типовые ситуации, что ему делать, как ему делать и какие нормы закона регламентируют его деятельность. А чи є якась інформація наразі про те, що можливі якісь провокації на виборах і яких заходів ось буде вжито? Ну, наскільки я знаю, Центральная избирательная комиссия и Министерство внутренних дел вместе с другими правоохранительными органами разработало целую систему как предупреждающих мер, так и мер реагирования на нарушения. Разработана система связи, и по инициативе ЦВК мы доводим до каждой окружной комиссии телефоны, контактные, кому им звонить, куда им обращаться в случае, если такие ситуации возникнут. Конечно, не хотелось бы, чтобы эти телефоны были использованы, номера этих телефонов, но во всяком случае, думаю, что фраза «хочешь мира, готовься к войне», она актуальна для Украины как нельзя больше сейчас. Поэтому такая работа проводится. Более того, Министерство внутренних дел вместе с СБУ разработало и перед выборами включит линии связи для международных наблюдателей, на которых будут дежурить англоязычные сотрудники правоохранительных органов, которые тоже смогут отреагировать на нарушения или какие-то проблемы, которые возникнут с официальными наблюдателями от международных организаций. Повернемось до кадрів. Минулого разу на минулих виборах була проблема в тому, що було мало кваліфікованих кадрів. Цього разу як? Ну, по первым впечатлениям, конечно, состав окружной комиссии содержали много новичков. Но сейчас идет процесс ротации, и состав окружной комиссии возвращается все больше и больше уже опытных членов комиссии, которые уже работали в окружных комиссиях. Я думаю, что с окружными комиссиями вот наше впечатление, которое мы составили по тем тренингам, которые мы проводим, достаточно хорошее. Люди опытные. Те, кто неопытные, хотят учиться, очень хорошо реагируют на наши тренинги. Я думаю, что с окружными комиссиями проблем быть не должно. Что касается участковых избирательных комиссий, пока рано говорить. Вроде у нас более 40 субъектов, как минимум в каждом округе, более 40 субъектов избирательного процесса, которые могут предложить свои кандидатуры в комиссии. И вроде бы у нас должны быть комиссии в полном составе. Но мы с вами реалисты и понимаем, что многие из тех субъектов избирательного процесса просто не организационно не могут подать там 30 тысяч своих представителей во все комиссии по всей Украине. Поэтому мы ожидаем, что комиссии мы сформируем, возможно, не в полном составе, но хотя бы в минимально возможном составе все комиссии участковые будут. Другое дело – квалификация. Но на это и направлен наш проект IFES плюс ЦВК, который позволит хотя бы руководящим составам комиссии дать знания, дать необходимую методическую литературу и подготовить их к деятельности, особенно что касается 26 октября и после. То есть заседание по подсчету голосов и установлению результатов выборов. Для цих людей також проводитимуть тренинги, пам'ятаю, минулого разу теж, щоб... Да, ми проводимо тренинги, к сожалению, из-за очень короткого времени проведения кампании. Сама кампания длится там чуть больше 40 дней. Конечно, мы не можем подготовить большое количество членов участковой избирательной комиссии. Но даже если нам удастся провести такие тренинги для руководящих составов, это будет хорошо. И мы решим хотя бы проблему людей, которые, скажем, имеют четко определенные законом функции. Мы надеемся на то, что после наших тренингов не сильно поменяются составы комиссии. Те люди, которые мы подготовим, в большинстве своем дойдут до дня голосования и будут работать, и будут те знания, которые они получат от нас, будут применять на практике. До речі, строки проведення виборчої кампанії дійсно скоротили. Минулого разу це було 60 днів, цього разу 45. Чи достатньо цього часу, аби якісно підготуватись до виборів? Ну, ми сподіваємося, що всі органи державної влади, як ті, які створені спеціально для проведення виборів, це всі можливі вертикаль
избирательной комиссии, так и органы государственной власти, которые отвечают за подготовку материальную и финансовую, выполнят свои обязательства, и, в принципе, выборы пройдут. А единственное, что, скажем, Центральная избирательная комиссия выражала озабоченность тем, что очень маленькие сроки на печать бюллетеней. А им нужно выверить очень большое количество текстов, фамилий, должностей и так далее и тому подобное. И поэтому в этот раз бюллетени будут печатать параллельно два предприятия, поскольку одно может не успеть. Все-таки это миллионы и миллионы бюллетеней. И за тот период, который отведен законом на их изготовление, Центральная избирательная комиссия могла на одном предприятии не успеть напечатать. Поэтому будет параллельный процесс идти на двух предприятиях. Мы надеемся, что это не повлияет на качество, на систему защиты бюллетеней. И, в принципе, все будет нормально с бюллетенями и с днем голосования. А взагалі, от зараз можете говорити про якісь проблеми, які виникли от під час підготовки? Ну, поки ми каких-либо больших проблем не бачимо. Я думаю, що проблеми почнуться, коли будуть сформовані дільничні комісії. Во-первых, виникнуть проблеми з некоторими поміщеннями, їх приспособленістю для проведення виборів. Второе, з кваліфікацією членів комісії. Третє, ну, посмотрим, успеють напечатати бюллетені или ні. Тобто тут дуже багато составляючих, кожен має свій кусок роботи, якщо кожен виконує свій долг на тому робочому місці, яке у нього є, я думаю, що вибори у нас пройдуть в повному відповідності з законами, в повному відповідності з тими обов'язками перед обществом и перед международным сообществом брала на себя Украину. Поэтому ну, выборы 2014 года показали, что Украина может честно избирать, и Украина может признавать результат, и политические соперники могут спокойно, без судов, выяснять отношения, скажем, в политических дебатах, а не в зале суда, или где-то там, скажем, занимаясь там рукопашным боем. То есть я надеюсь, что эти выборы тоже лишний раз покажут, и в следующий раз докажут, что Украина демократическое государство. Сподіваємось, що ці вибори пройдуть у нас тихо, мирно, спокійно, і ми дійсно оберемо якісно новий парламент. Дякуємо вам, пане Владиславе, що виділили нам свій час, адже ви зараз надто зайнята людина. Дякуємо за цікаву та змістовну розмову. А глядачам я нагадую, що гостем нашої студії був Владислав Телень, голова обласного осередку Комітету виборців України. Залишайтесь телеканалом «Віта», з нами цікаво. Це була програма «На часі». Побачимось.